Доброе утро еще раз всем. Продолжается наша программа. Раньше, сегодня, я думаю, что и в будущем все мальчики, все девочки мечтали быть балеринами. Балеринами, а мальчики мечтали быть космонавтами. 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Это была целая эпоха жизни огромной страны, многомиллиардного народа и квинтэссенция труда тысячи ученых и исследователей. Совсем скоро, накануне к годовщине, к 50-летию, скажем так, юбилея выхода человека в открытый космос, Кишинев по приглашению международного медиаклуба формата А3 приехал летчик-испытатель, герой Советского Союза, космонавт Игорь Волк. И сегодня он у нас в гостях. Игорь Петрович, доброе утро. Рады вас видеть доброе у утро. Нас в студии программы «Утро на СТС» и в Молдове. Вы молодцы, хоть первые назвали меня правильно. Были сначала испытателем, потом космонавтом. А то все космонавт, а я космонавт по несчастью. Так что летчик – это правильно. И вы первые, как хорошо начали. Правильно назвали. Правильно. Вот, может быть, наверное, начнем с вопроса тогда, раз вы так разграничиваете, да, летчик-испытатель – это важнее, нежели космонавт. Но нет, я вот, так не говорю, важнее. Если говорить о космонавтике, да, вот есть расхожее выражение, таких не берут в космонавты. А каких берут в космонавты? Да как вам сказать? Всех берут. Тот, кто, во-первых, здоровый, во-вторых, голова на плечах имеет, еще и руки умеет работать. Вот и все, остальное... Так это далеко не все. Ну, так я же сказал, всех, у кого имеются все эти качества. Скажите, пожалуйста. А дальше процесс не такой уж сложный. Труд, и все. Вы всегда мечтали связать свою жизнь с небом? Никогда. Потом уже из космоса. А как вот в детстве, кем вы мечтали быть? Вся жизнь сплошная случайность. Да, вот еще раз понимаю, что случайного не бывает. Но это вы напрасно вот так думаете. Не приди в 9 класс из аэроклуба ребята с агитацией, что смелые, кто есть смелый, приходите к нам в аэроклуб. Я бы так и не пришел бы, может быть, а так много пришло. Ну, смелых оказалось не так много, в конце концов, потому что там тоже учить надо и еще работать. Кроме тряпочкой, с маслицем, с бензинчиком и прочее, потирать там всякие вещи. Вот так смелых поубавилось. Ну, вот я остался. И что же было дальше? Да. То есть дальше что? Кружок, авиакружок. Да, ну а дальше так. Как закон... ну, был период родителей, мама, конечно, была не очень... Довольно, что я... Да. Вот, поэтому было принято решение на семейном совете. А у меня дядьки были все эти самые офицеры. Было мне поручено идти учиться в Харьковскую артиллерийскую радиотехническую академию имени Иосифа Виссарионовича Сталина. Тогда это была закрытая абсолютная академия. Вот. И таким образом уже осталась мне химия, последний экзамен. И тут опять случайность. Так, какая? Какая? Да, над казармой, где нас держали заперти, прилетает самолет. И я выпрыгиваю с третьего этажа и расстаюсь с этой академией. В смысле? И возвращаюсь опять в аэроклуб. Так это же не случайность. Зачем вам надо было прыгать? А зачем? Самолет пролетел. То есть это такая сильная... Зачем пролетел? Это знак. Душевная тяга, это любовь. Просто знак жизни. Зачем пролетел он? Если бы не пролетел, я бы, может быть, сейчас бы сбивал все американские ракеты и прочие нехорошие дяди, которые нам вред несут. Так. А так, видите, стал летчиком. Да. Хорошо, а в космос как отправились? Тоже случайно. Тоже случайно. Так, каким образом? В одном из полетов испытательных мы занимались системой автоматического управления погибания земной поверхности. На аэродроме была плохая погода, а в зоне хорошая. Ну и когда я из плохой в хорошую зашел, я отметил, на каком я удалении от аэродрома. Вот.
Ну, это вот была моя ошибка. Оказалось, пока я там час летал, значит, ветер придвинул, отодвинул облака от аэродрома. И когда я, поскольку на низкости связи не было, поднялся в небо и спросил, где я, мне сказали, я понял, что у меня топлива не хватает долететь до самолета, так, до аэродрома. Ну вот, принял решение не катапультироваться, думал, буду пытаться произвести посадку. Самолет жалко стал. Как? Самолет жалко стало. Конечно. Ты себя тоже. Ну, это не самое приятное ощущение в жизни, понимаете? Вот. Ну и, в общем-то, сел. Вот. Детали не буду рассказывать, они тоже интересные, но... Если они настолько... Ну, нам действительно интересны эти детали. Как это... Вы просто поймите, что мы земные абсолютно люди. Мы абсолютно земные люди. Для нас, обывателей, человек, который полетел в космос, это действительно героизм, это невероятные способности. Если вас интересует, я расскажу. Итак, 300 метров нижний край. Вертикальная скорость... Снижение землей 100 метров в секунду. Сколько до земли остается? Ой, это не математика. Это быстро. Это сложно, да. Быстро. Как быстро? 3 секунды, 100 метров в секунду. Да. Сколько? 3 секунды, 100 метров в секунду. Ну, 3 секунды. Я хватаю ручку, я сажусь на правое крыло Ил-62. Почему его не угнали на второй круг, я не знаю. Поэтому я... Ручку вправо, ножку вправо. Самолет, солдат на вышке сидит, значит, прыгает с ружьем с этой вышки. Я ногу влево, ручка влево, скорости уже нет. И я на правое колесо приземляюсь, слава богу, он опустился на левое колесо. 168 метров пролетел, на правом колесе проехал. Ну, слава богу, сел. Ну, когда все это произошло, стаканчик спирту жахнул, получил то, что положено от начальства. Понятно. А себе сказал. Больше никогда никуда не А себе поедешь. Сказал, что, значит, если ты, идиот, на таком самолете, а это был Су-9, при такой погоде смог совершить посадку, значит, это можно делать сознательно. Ну и, значит, следующий полет. А у нас, как у летчика-испытателя, мы обязаны тренироваться. Посадки без двигателей. Но это делается, конечно, двигатели не выключаются в ясную погоду. И двигатель работает на режиме малого газа. Вот. Ну и я, значит, прихожу с полета очередного и ставлю галочку в этом графике. Меня тут же вызывает на квартирное бюро. Вам этого не понять. Угу. Вот. Ну, посмотрите. Советский летчик, коммунист. Посмотрите, какая погода. Он поставил галочку. Я говорю, товарищи члены партийного бюро, что-то я не понял. Мы где находимся? В шараш-монтаж-конторе или в летно-исследовательском институте? У нас есть самолеты с двойным управлением. Поэтому желающие, выбирайте самолет и выбирайте погоду. Ну, значит, один решился. Слетали мы погоду. Это, говорит, случайно. Я говорю, ну, случайно. Я же не для тебя это делаю. Ну, а по вредности характера все остальные испытательные полеты я делал, запрашивал имитацию посадку без двигателя. То есть я двигатель, конечно, не выключал. А все, на все абсолютно, каком бы типе самолетов, я выполнял посадку. Я же не знал, что будет постановление Совета Министров и нашей родной коммунистической партии о создании многоразового космического корабля, системы, многоразовой космической системы. Ну, вот тут и сказали на меня, вот этот идиот, который без двигателя на всех самолетах садится, и ему карту в руки. Да, мы продолжим беседу. У нас сейчас небольшая пауза. После нее мы непременно продолжим беседу с нашим почетным гостем.
Еще раз добрым утром, дорогие друзья. Вы на Первом развлекательном. И сегодня у нас в гостях великий человек, легенда. Летчик-испытатель, герой Советского Союза, космонавт Игорь Волк. Его полет длился 11 суток, 19 часов, 14 минут, 36 секунд, если суммировать абсолютно все время продолжительности в небе. И менее чем через 2 часа после возвращения из этого полета на Землю космонавт Игорь Волк провел эксперимент по управлению самолетом лаборатории Ту-154, совершив перелеты в Подмосковье и обратно на Байконур. Задача была одна – оценить реакции пилота при пилотировании аналогов «Бурана» сразу после воздействия факторов космического полета. В общем-то, таких рискованных тестов из покорителей космоса до нашего гостя, то есть до Игоря Волка, пока никто не выполнял. Игорь Петрович, скажите, пожалуйста, что вами движет, когда вы понимаете, что крайне опасно? Что крайне? Крайне опасно проделывать такие вещи вообще, такие вещи. Странно, как-то вопрос у вас непонятный. А для чего ж, а почему люди все делают? Смотрите, нам, допустим, с Анной, нам с Анной страшно. Жить вообще опасно. Как только родился, все, уже попадаешь в агрессивную среду. Откуда такая вот смелость, да, точно. Но откуда такая вот смелость и вообще какими чертами характера тогда должен обладать летчик-испытатель? Точно не такими, как у нас, Аня, потому что мы были согласились. Это не ко мне. Это к маме. Это к маме. Конечно, да. Я тут ни при чем. Когда я просто послушным был мальчиком, и все у мамы. Да, а мне казалось, кажется, наоборот, мне сказал, лети в космос. Да вы что, елки. Открою вам всю тайну, елки-палки. Если говорить об этих почти 12 часах в космосе, да? Да. 12 сутках. 12 сутках, простите, в космосе. Какое место на Земле из космоса вам показалось наиболее привлекательным? А нет таких мест. Из космоса все абсолютно прекрасно. То есть, сразу в космосе сразу ясно, что Земля – это живой организм. Потому что постоянно меняется все абсолютно. Поэтому если можно было 12 суток сидеть у экрана иллюминатора, да. Можно, не отрываясь, смотреть, потому что все абсолютно нарождается вновь. Если говорить, такой вот бытовой человеческий вопрос, если говорить о тех кинофильмах, которые снимают сегодня, показывая космос, вы когда узнаете о них, вы смотрите, а это не так, а вот это неправда, а вот это хорошо режиссеры показали. А это придумали. Да. Любой фильм, разве не так делается? Любой, какой бы вы ни возьмите, кроме разве сугубо документальных, которые показывают конкретную проблему конкретного действия или конкретного человека. А все остальное – игра. Выдумка. Выдумка, конечно. Самый часто задаваемый вопрос, который вам задают, как летчику-испытателю, как космонавту, как герою Советского Союза, какой самый часто задаваемый вопрос, действительно? Видели ли вы инопланетян? Так, и что вы отвечаете? Как что отвечаю? Их там много. Я сразу задаю им домашнее задание. Так. Берите циркуль. Берите циркуль, рисуйте круг, считайте, что Земля абсолютно ровная, смотрите справочники радиус Земли, масштабируйте, и потом к этому прибавляйте 400 километров. Угу. И когда вы посмотрите, что туда нельзя кончик карандаша в эту щелочку ставить между космическим кораблем и Землей, то вам становится ясно, что никаком мы в космосе не летаем. Мы ползаем по Земле. Угу. Поэтому для того, чтобы что-то увидеть, девушки, для того, чтобы что-то увидеть парня, что нужно сделать? Аня? Протестировать. Да, что нужно первое сделать? Протестировать. Парня протестировать. Как? Если сейчас будем аналог с космосом. А где вы его взяли? Вы его что, кабирки себе сделали парня, и потом будете тестировать? Нет, конечно...
Еще раз вопрос. Что нужно сделать? Что нужно сделать, чтобы вы увидели парня? Чтобы ну, выйти понял. Куда-то. Совершенно справедливо, я об этом и говорю. Для того, чтобы увидеть парня, нужно хотя бы выйти из дома. Тогда, может, вы его встретите. Да нет, он может сам постучать. Аня. Такое тоже бывает. Это вы меня извините. Это уже экстрасенс. Это уже не парень, это экстрасенс. Тут, значит, инопланетяне к нам в гости тоже могут зайти, понимаете? Это же тоже такая же категория. Я к этому и веду. Совершенно справедливо. Именно да. Так что точно так же для того, чтобы инопланетян увидеть, нужно выйти в космос. Поэтому в космосе пока были только американцы и наши автоматические межпланетные станции. Скажите, вот не такого часа задаем вопросы вообще. Есть ли жизнь на Марсе? И как обычно вы на него отвечаете? Везде есть жизнь. Абсолютно. Разные только формы этой жизни. Верите ли вы в гипотезу о том, что жизнь на Земле скоро как бы может завершить свое существование? Нам придет человечество. Не только верю. Я-то знаю, что это так и будет. Какая планета наиболее благоприятна для условий переезда человечества? А нас никуда не пустят. Нас никуда не пустят. Мы, для того, чтобы нас пустили на какую-то планету, мы должны заслужить. А поскольку я говорю, что нас уничтожит цивилизация высшая, потому что мы не справляемся с той задачей, которую Господь нам здесь предназначил. Понимаете, значит, так сказать, мы деградируем. Не только мы, но и вся цивилизация. Тогда ваше пожелание нашему человечеству и, конечно же, гражданам Молдовы. С вашей стороны, да, чтобы вы пожелали. Зная наперед то, чего многие не знают и видят то, что многие не видят. Здесь не в этом дело. Ребята, значит, елки-палки. Пора просыпаться, я бы так сказал. Просыпаться и начинать жизнь, понимаешь? Потому что жизнь в интернете, жизнь в телевизоре – это не жизнь. Это некоторое, так сказать, обманное действие. Поэтому нужно просыпаться и жить. А жизнь начинается на природе. С изучением того, что тебе нравится. Букашек, цветочек. Наверняка сейчас не все не могут определить, как выглядит ромашка, понимаешь, да? О какой любви можно говорить, если ромашку даже не может человек найти. Я уж не говорю о букашках там, и прочих божьих коровках. Они не знают, что это такое, никто их не видел. А дальше потом надо изучать, а что, как же жили люди раньше? Какие у них были традиции? Почему они не соблюдаются? Почему мы делаемся все хуже и хуже? И только после этого, когда люди начнут еще по новой начинать возьмутся за классическую литературу и узнать, а что же, как жили их предки? Почему у них была такая направленность жизни, а не такая? Потому что род – это главное. А мы уже не знаем своего рода. Мы неизвестно, кому служим на сегодняшний день. Поэтому, особенно, я, поскольку мне уже тут, я так смотрю, и еще сказали, что в основном у молдаван очень редко, когда один человек в семье, как обычно, больше. Много. Поэтому вот я особенно им хочу сказать доброе слово, что они это делают. Но этого мало. Нужно, чтобы родовые традиции, которые были, сохранять. Независимо от того, нравится это на сегодня или кажется, что это, значит, не демократично, толерантно, понимаешь, да? Это неправильно. Потеря рода – это потеря сознания и потеря, в конце концов, звания человека. Спасибо вам огромное. И этот совет дал сегодня всем нашим телезрителям. Летчик-испытатель, да, человек, у которого общий налет более 7 тысяч часов, из них почти 3 500 испытательные. И это, как Аня правильно сказала, летчик-испытатель, герой Советского Союза и космонавт Игорь Петрович Волх. Спасибо вам огромное за эту беседу, что вы уделили нам время, нашим телезрителям, подарили столь важные советы космического масштаба. Да что вы говорите. Ну, действительно, это так. Ну, да. Ну, что ж, огромное спасибо. Да, мы продолжаем нашу программу. Мы увидимся с вами сразу же после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами.